покровитель искусств, науки и письменности. Согласно индийской мифологии, таким гуру является Ганеша. Он дает знания и ум. Любые знания могут быть осознаны посредством общения человека с учителем. Поэтому умение слушать – это первое, в чем должен совершенствовать себя ученик. Именно поэтому у Шри Ганеши такие большие уши. Они символизируют постоянное и осознанное внимание к словам учителя. Научившись слушать истину, ученик должен самостоятельно отражать то, что он слышал, для чего ему необходим чуткий интеллект. А учителю необходимо столько сочувствия, чтобы найти в себе достаточно места для всех живых существ Вселенной, для всех своих учеников, и именно такими качествами обладает учитель. Большие уши – он слушает наше мнение. Большой хобот – он чувствует без слов. Большой лоб – он умеет думать. Большой живот – чтобы хранить наши секреты. Он – Вигнешвар, владыка высшего знания. Ганеша Стути, ода слоноголовому богу Ганеша. Amo te vi la 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 la.